Приветствую, на связи Денис, и в этом видео разберем сервис онлайн-страхования Помпаду и оставлю свой отзыв на этот сервис. Итак, после того, как мы зарегистрировались, мы оказываемся внутри кабинета. Пробежимся сначала по вкладочкам, расскажу, какие есть возможности на данном сервисе. Итак, поехали. Так, здесь есть возможность оформлять ОСАГО, категория Б, и есть вкладочка категория С. Сейчас категорию С оформить нет возможности. Нам обещают, что до конца декабря эта функция будет доступна. Категория Б — это легковые автомобили. Есть у нас возможность автозаполнения через госзнак. Это очень удобно. Вносим госзнак, госномер и нажимаем поиск, и сразу автоматически забиваются данные автомобили. Так, здесь все стандартно. Следующая вкладка — выплаты. В данном сервисе очень классно выстроена система по выплатам комиссионного вознаграждения. Сначала в кабинете появляется сообщение о том, что скоро ожидаете выплату. Через несколько дней на почту приходит письмо с актом, который нужно подписать и отправить обратным письмом. Кто-то скажет, что это все это обычное дело, но мне есть чем сравнить. Работая с некоторыми платформами, мне приходится самому оформлять счета и акта, что очень неудобно. Я считаю, что здесь работа отлажена на отлично. С 20-х чисел здесь начинаются выплаты комиссионного вознаграждения. До конца месяца все выплаты закрываются. Далее вкладочка есть агенты. Здесь есть две возможности, то есть развивать агентскую сеть. А есть другая форма взаимодействия, то есть это реферальная программа. Есть реферальная ссылка, которую вы продвигаете, делитесь ей. Пользователь регистрируется по вашей ссылке, либо начинает работать как агент, либо просто оформляет себе полис как пользователь. Вы за это получаете комиссионное вознаграждение по размере 50 рублей за каждый полис. Реферальная программа сделана классно, есть возможность поделиться в соцсетях, есть возможность отправить свою ссылку на почту. Так, следующая вкладка — сервис. Хочу акцентрировать внимание на восстановление проверку КБМ. Фишка его в том, что здесь супер цена для пользователей этого сервиса. Всего 10 рублей за каждую заявку. Лучшая цена сегодня на рынке. Эта функция доступна только для тех, кто оформляет здесь полис ОСАГО, так как эта сумма списывается с баланса сервиса. То есть вы оформляете полис, вам зачислилась комиссия, и вы эти деньги можете потратить на заявку на восстановление КБМ. Если же вы хотите использовать данный сервис просто для восстановления КБМ скидки, у вас ничего не выйдет, вам придется все равно хотя бы 1-2 полиса оформить, чтобы использовать данный функционал. Проверка и поиск техосмотра — вкладка неактивна, очень часто пользуюсь на других сервисах, и мне бы хотелось, чтобы она стала здесь активной, то неудобно, приходится бегать с одного сервиса на другое. Оформление договора купли-продажи, ну здесь все стандартно. Выполняем данные, получаем договор. Следующая вкладка — помощь. Вы найдете ответов на свои вопросы. Очень подробно все разложено по полочкам. Много статей. Значит, двигаемся в другую сторону. У нас здесь есть вкладка профиль, где нужно заполнить все актуальные свои данные. После регистрации обязательно нужно заполнить все реквизиты ваши для своевременного получения комиссионного вознаграждения. Здесь вкладка «Моя комиссия», «Мой баланс», ну и реферальная программа, о которой мы уже говорили. Ну, по проходимости здесь такая же проходимость, как и на других платформах. По комиссионному вознаграждению здесь прям на чуть-чуть повыше, чем в других платформах. И в завершении хочу сказать, что сильные стороны этого сервиса — это организация взаимодействия с агентами по финансам, это однозначно сервис КБМ, цена его особенно классная, реферальная программа.
С данной платформой я сотрудничаю с января 2020 года. Очень доволен работой. Рекомендую данную платформу для страховых агентов. Ссылку на данный сервис оставлю под данным видео. Переходите, знакомьтесь. Если вы еще здесь не зарегистрированы, берите себе на вооружение. На связи был Денис Дьяконов. Удачи, пока.